Обожаю уничтожать крэнк-дроидов. Позволь мне, Донателло. Приветствую, черепашки-ниндзя. Курцман? Я контролировал ситуацию. Ах да, ты со своей маленькой палочкой. Рад снова вас видеть, парни. Давненько это было. Мы думали, ты мутировал, как весь остальной Нью-Йорк. Мне повезло. Я пытался найти вас четверых, но... Я не могу прекратить! Берегись, Пип! Вы исчезли. К счастью, я нашел этих благородных воинов для помощи в борьбе против крэнгов. Я бы не всех их называл благородными. Чёртова грязная мартышка! Осторожно! У него заряд в ягодицах! Никто во всем остальном мире не знает, что тут происходит. Военные, СМИ, бесполезны. Они все под контролем крэнгов. Но теперь, когда черепахи вернулись, мы... Данные на крэнгов! Можем прекратить вторжение вместе. Что? Ни за что! Я с ним не объединюсь. А ну хватит! Мы не можем позволить себе терять время! Мистер Курцман! Нет! Крэнги потратили последние месяцы, создавая мутагенную ракету, которой они ударят по самой земле. Не обращайте внимания. Она достаточно заряжена мутагеном, чтобы превратить Землю в еще одно измерение X. Тут они малы, мы уходим. Ниндзя, отступаем! Если я заканчиваю чужие предложения, Рокуэлл. Тогда, очевидно, тебе стоит говорить побыстрее, Донателло. Если вы думаете, что я буду работать с этой тощей панцирной... Должны сесть и прерваться на хлеб! Ты самая пустая трата мутагена в мире! Слабоумная рептилия! Может, дадим шанс пицце? Этой пиццы хватит на всех! О, нет! Они нашли меня! Не знаю как, но они нашли меня! Данные на крэнгов. Все, что у меня есть о ракете крэнгов, на этом диске. Вы и черепахи должны работать вместе. Это те, что зовутся черепахами, и другие, называющие себя могучими мутанималами. Взять их! Я не думаю, что это хорошая идея. В этом мы согласны. Какие бы ни были между вами проблемы, у вас обоих общая цель. У нас заканчивается время. Джек!
Thank you.